Всем привет, с вами снова Филранис, и мы продолжаем прохождение Assassin's Creed Brotherhood. Так, ну в прошлых частях мы уничтожили все машины да Винчи. Это как бы такой дополнительный небольшой квестик. Теперь же мы отправляемся дальше по основному. Из основного у нас последнее было, это, по-моему, квест с ассасинами, после чего я начал их вербовать. И уничтожать капитанов. Вот на чем у нас остановился сюжет. Это мой маленький секрет. Я взял на себя смелость организовать систему связи с нашими новичками. Мы отправляем приказы с почтовыми голубями. Спасибо, Макиавелли. Бартоломео просит простить его. Французы усилили натиск. Клаудия? Эцио. Так, у меня есть план борьбы с Борджа. Мы можем лишить его либо средств, либо сторонников. И того, и другого. Лишим Чезаре средств, и он останется без армии и вернется ни с чем. Итак, я спрашиваю, где он берет деньги? Вольпе? Папу снабжает деньгами Агастина Чиги, но Чезаре ведет дела с кем-то другим. Я знаю только то, что этого человека называют банкиром. Я знаю должника этого банкира. Сенатор Эгидио Троки постоянно жалуется девочкам на жизнь. Бене, я займусь этим. Дорогу, ведущую в замок, охраняет французский солдат. Ты не сможешь подобраться к Чезаре. Я намереваюсь убить генерала французов. Тогда Бартоломео заставит их перейти к обороне и оставить свои позиции на мосту. Даже если избавиться от французов, у ворот остается папская гвардия. Я знаю потайной ход. У Пьетро, нового любовника Лукреции, есть ключ. Он был в замке. Приходи позже. Я прикажу моим парам найти его. Так, ну и вот у нас с вами разделение прошло. То есть сначала нам нужно убить банкира, потом убить генерала французов и потом разобраться с любовником. Вот, и это у нас будет связано с каждым из наших сторонников. То есть с Клаудией у нас про банкира, с Бартоломео с французами и Ла Вольпе с любовником. Так. Ассасинчики, да? Еще парочка четвертый уровень взяли. Так, ну качаем наугад. Так, что по контракту? Блин, вот это классный опыт, очень много дают. Ну блин, если я всех отправлю, 70% всего лишь. Да, немного опыта получит, но блин, рисковать не хочу. Ну-ка, вот этот они сделают? Да, вот этот они, кстати, сделают. Сделают даже две. И по сотке опыт каждый получит, отлично. Посылаем. Так, вот это еще какой-то квестик есть. Хотя нет, я его приберегу, пожалуй, для своих любимчиков. Так, ну а тут отправляем простых. Так, покиньте убежище. Куда ты? Сейчас я ничем не могу тебе помочь. Я поеду к своим детям, и там буду ждать, когда мне вернут мои земли. Хочу, чтобы ты осталась. Теперь ты предводитель ассасинов. Объедини их, Эцио Аудиторе, и освободи Рим. Витория Алия Ассасини! Витория Алия Ассасини. Там погромче ори, а то тебя вообще стражники не остановят. Так, ну Катюха у нас уехала. И вспоминая одно видео Соника, про которое уже не раз говорил, он в одном из них рассказывал, что больше они с Эцио не виделись. Она там что-то, по-моему, приехала в Форли, попыталась восстановиться, то ее восстановили, потом опять все забрали, и в каком-то году она в итоге умерла.
Вот. Ну, подробнее можете у него пока на канале поискать, но я не помню уже ни название видео, ни вообще ничего. Либо можете с этих почитать. По-любому есть какие-нибудь фандомские эти сайтики. Так, но сейчас меня интересует, кому здесь дают пиздюлей стражники, и появилась ли новая снаряга в новой последовательности. Потому что в моей кожаной уже капец как запарило. Девушка. Понятно. А что со снарягой? Да, девушка, конечно, не очень тяжело. Хотя ассасинов еще 5 штук можно, но я вообще не представляю. Я уже сколько получается. В каждой серии смотрю. Вот этих вот, попавших в беду, и вообще не попадаются. Не знаю. Ко мне ходят достойнейшие аристократ. К тебе уже пришел достойнейший аристократ. Так, вот, выполнить задание надо. Брони дают дофига, но надо выполнить задание. Появился всего лишь римский нагрудник. Венецианский палаш. И молот. Ну, это не, это я пока свое оставлю. Так, а что по заданиям? Засушенная голова. Слоновая кость, индийский бриллиант, терракотовый горшок, тотем, буддийские четки. Где все это добро искать? Одному разработчику известно. Так, ну хотя бы нагрудник появился уже. Неплохо. А, еще сумочки хотел посмотреть. Точно, давайте еще сумки глянем. Так, сумки. Вот, сумка с лекарствами. Отлично. Они достаточно большие и проще, чтобы носить в них двуручное оружие. Ну, двуручным оружием я не пользуюсь. Вот, дымовые шашки. Поэтому я их в прошлый раз покупать не мог. Ну, ножами я не пользуюсь в этой части. Альденте. Это, по-моему, эти макароны, что ли, идеально сваренные. Так, дымовые шашки обезвреживают стражников и убивают стражников. Бегите, пока не закончили действие газа. Ну и как мы по второй части помним, кто смотрел там или играл, также очень хорошо стражников убивать в этом дыму. Подошел, потыкал трупы. Так, а у нас тут кто в беде? Помогите мирному жителю. Да по-любому опять мужик. Так и хотят, чтобы я мужикам помогал. Нет, девушка. Отлично. Наконец-то я дождался. Ой, задание куртизанок выполнил. Ох, массаж классный был. Привет. Освобождение Рима началось. Вы заслужили мою благодарность. Позвольте мне служить. Голос приятный. Да служи, служи. Врача купить можно, давайте купим. Чё бы не купить, деньги есть. Все равно тратить не на что. Броню не дают нормальную. Будем во мне пока что бегать. Страдаете от малярии? Страдаете от толченых москитов? Чё? Толченых москитов? От малярии? Вроде странно, конечно. Вроде малярию как раз таки москиты да комары распространяют. Так. По-моему, проще было бы сейчас воспользоваться этим туннелем подземным. Потому что, по-моему, миссии начинаются у Клаудии в борделе.
Так, а тут кого обижают? Сейчас бац, опять девушка вообще пойдет. Шикарно все. Нет, это мужик. Не малый, сорян. Бейте стражников. Вержань погиб. Поменим. Ну да, как я и говорил, вот он в борделе. Миссия. Что тебе нужно? Ты говорила про какого-то сенатора. Ищи его на капиталистском холме. Я тебе зачем? Когда я убью банкира, твои девушки должны отнести его деньги подпольщикам. Ладно. Будь начеку. Так, сопровождайте сенатора. Вот эти, конечно, миссии мне не очень нравятся. Здесь, конечно, интересно будет само убийство, но... Вот эти подготовки, то... Нудные. Кошмар. Так, и здесь, по-моему, по 3 или по 4 миссии будет в каждой этой. В каждой, ну, типа, подготовочки такие. Очень интересно. Да. Не знаю. Кто песенку, что ли, не спел? А, ну все, добежал, ладно. А то бежишь, тишина, вообще прям уныние. Да фиг его знает, где этот сенатор. Он там где-то ебальник ломает, я помню. Непрерывный бег, задание воров. Мы получили... Блять, не успел прочитать, ладно. Деньги на уплату долгу. Эгидио снова просит денег. Да, где этот сенатор-то? Я помню, что там где-то тут... Стражники пиздят. Где его стражники пиздят? Там, кстати, загадки где-то. Знаете, с красным глазом, которые связаны. Я помню, лазил их искал. Вот. Хватит болтать. Время платить по счетам. Дайте отсрочку несчастному старику. Нет. Банкир поручил забрать долг. Очень скоро я смогу вернуть деньги. Плохой ответ. Минус один. Минус три. Добрый самаритянин в Риме. А мне казалось, они уже вымерли. Сенатор Эгидио Трокки. Я же не должен тебе денег, нет? Должен. Сейчас я тебя пиздить Чезари. Буду. Ха, Чезари Борджа. А ты кто там? Друг семьи. У Чезари много друзей. Но, к сожалению, я не принадлежу к их числу. Я заплачу. Макке Мерабилле. Он сражается со стражниками и раздает деньги. Братишка, где ж ты пропадал? Нам нужно убираться. Я знаю одно место. За мной. Да, вот это, конечно. Сопроводите. Но тебе придется защищать. Почти так же скучно, как и... Выследите. Ой. Не дав себя обнаружить. Ну да, наше 100% прохождение пошло по звезде, по-моему, теперь полноценно. Так, сюда. Кто-то очень хочет тебя убить.
Несколько месяцев назад мой брат Франческо, камергер банка, молчи, рассказал мне о планах Чезаре насчет Романа. Я написал послу Венеции, пытаясь предупредить его. Должно быть, мое письмо перехватили. Ну, его брата мы еще увидим. Чуточку позже. Сейчас, когда вся власть у Борджа, сенату нечем заняться. Нечем заняться, черт побери. Безделье разрушает личность. Я начал играть в кости. Так, ну тут его охраняют. Здесь опасно, нужно идти дальше. Анетта Бетте. А что, одежда пропахла духами? Сюда. Так, ну ассасинчики возвращаются постепенно. Пока сейчас будут проходить, они как раз таки уже вернутся. Так, сюда мы зря пришли, потому что этот старый хрен ни черта не паркурист. Раньше сенаторы занимались важными делами. Законами о жестокости, о сиротах. А сейчас мы пишем указы о допустимой ширине рукавов у женщин. Нормально. У нас в Госдуме то же самое происходит уже не первый год. Ой, блин. Проще так. Ой, я сразу двоих невиновных убил, блин. Блин, он вообще что меня броняет? Ты хоть меч подобрал, я не знаю. Сиди здесь. Сиди здесь, я аж положу тебя, блин. Идем. Опусти. Сейчас деньги начну воровать. Так, дед, учись паркурить. Запарил. Нам нельзя останавливаться, тут слишком много солдат. Так. О, еще больше стало. Ничего себе ты... А, он убежал. Я думал, он с ним справился. Этот человек бил... А, не поверху. Тогда ладно. Тогда не страшно. Так, вообще здесь можно проходить либо проститутками, либо ассасинами, либо с арбалетом. Ну, я уже все запорол, так что буду проходить со скрытыми клинками. А, нет, лучше с мечом. Опа! Так, а я что, меч выкинул? Следуй за мной. Пойдем, братан. Да все, стражников нету.
оказался придурком, или это результат полагания? Ну а чё ты меня оскорбляешь? Щелюху сломаю, приду. Сюда. Так, всё. Не нужно было отправлять их послу. Из-за них Чезаре убьет меня. Бенвенуто в дом моего брата Франческо. Слава богу, что сейчас его нет. С тех пор, как он узнал про письма, мы не разговаривали. Так что тебе нужно? Банкир Чезаре. Точно. Я должен принести деньги. Но дело в том, что у меня их нет. На проституток все спустил. Где? Пока не знаю. Его друзья встречают меня в одном из трех условленных мест. И отводят к нему. Я принесу тебе деньги. Сул, серию? А, перестань. Не вселяй в меня надежду. О, мое копье. Как Митлу припарковал. Так, для доступа 3000. Ой, блин. Не могу поверить, что ты правда сделал это. Есть одно условие. Так я и знал. Следи за тем, что происходит в мире политики. Узнавай, кто помогает Борджиа, и докладывай об этом Марии в цветущей розе. А ты заставишь их исчезнуть? Типа того. Петса де Мердо ненавидит меня, но он мой брат. Вабен, идем. Иди к банкиру, я за тобой. Так, сенатор несет деньги банкиру. 4 миссии, я вспомнил. В этой последовательности сейчас будет. Минус 3 куска. $20 всего лишь. Дай. Так, ну тут я помню проходил по крышам. Ну, по-моему, здесь по крышам-то и надо. Эгидио, похоже, что ты готов умереть, как настоящий дворянин. Я принес деньги. О, но это другое дело. Ты один? Ты видишь кого-нибудь еще? Следуй за мной, умник. Ты что-нибудь слышал о моем брате Франческо? С ним разбирается Чезаре. Надеюсь, он в порядке. Что вы собираетесь делать с этими деньгами? Банкир любит делать подарки друзьям. Привет, ребят. Что ты сказал? Да. Па-па-пам. Банкир любит делать подарки друзьям. Какое благородство. Что ты сказал? Ничего. Так, ну так следовать, конечно, далековато надо будет. Ну, нормально перепрыгнул. Ой, блин, они еще и вдать куда-то поперли. Упс. Вообще беспалевно, ну. Ноль подозрений. А, это я коня вызвал. Опять мотоциклисты.
Так, вообще мы идем к Пантеону, я помню. А Пантеон у нас где? Ёб твою мать, где? Ну, хотя не так далеко осталось. Так, тихо. Вот еще не того завалю. Будет печаль, досада. Мне только интересно, почему растет уровень розыска. Если, по сути, меня никто не палит. Почему? Так, ну тут у нас уже и стрелки покруче пошли. Но все так же в хреновой броне. Ну с этих... С этих выстрелов, по-моему, даже гвардейцы ложатся, а у них типа самая топовая броня считается. Прикончить ассасинов вызвать. Так, если что... А, ну прыгать некуда. Мне кажется, здесь и не надо быть сейчас. Эгидио принес деньги. Так, так. У банкира планы на сегодняшний вечер. Я доставлю деньги. Давай-ка сюда. А у него меч Альтаира, смотрите. Нельзя упускать эти деньги из виду. Интересно, откуда он у него. Так, проникните в пантеон через отверстие в крыше. Так, а вот это я не помню. Как, куда? Так, тихо. Так, вот это, я помню, очень проблемно было найти это отверстие в крыше. Не, ну как бы оно понятно где, но непонятно откуда начинать восхождение на крышу. Кажется, откуда-то отсюда. А, ну... Такими темпами, в принципе, неплохо. А, нет, плохо. А, нет, неплохо. Все, залезли. Но это, правда, с перчаткой. Без перчатки я помню, что это было геморройно. Поэтому покупайте, люди, перчатку. Такая. Реклама для Леонардо да Винчи. Надо продвигать малый бизнес. Блин, вот это, вот именно вот это жесть. Непонятно, что это за точки. Но я, лично я бы в жизни там таких кирпичей насыпал прям вниз. Что это капец. Вот так вот просто лезть на весу, держась. Непонятно за что. Сейчас я тебе убью, сенатор, блин.
Готов. У тебя там все в порядке? Нам пора, Луиджи, иначе мы опоздали. Луиджи и Марио. Закончил подсчет. Бабе, убить его. Нет. Повезло тебе. Луиджи приказал отпустить его. Командир, ведите нас. Так, ну это миссия тем напоминает, как во второй части было, но... Тут мы командир, и нам нужно узнать, куда идти. Вот это, конечно, я плохо помню, куда идти. Да вроде верно идем. Весьма интересно. Мы идем не в ту сторону. Думаешь, он забыл тут пол, теперь мы точно узнаем. Сюда что ли? Ну да, сюда. А дальше не помню. Сюда? Ну да. А тут куда? По-моему, сюда. Надеюсь, нас пустят. Да, сюда, отлично. Думаешь, он забыл, куда нужно идти? А вот тут не помню. Я понял. Значит, сюда. Так, а тут прямо? Да, прямо. Нет, не прямо. У вас все в порядке? Я помню, несколько раз так пройдешь, уже, в принципе, запоминаешь и проходишь, но... Я давненько так не ходил уже. Так, тут, по-моему, вот сюда. Или нет? Нет, не сюда. Скоро мы придем. Сюда? Да, сюда. Так, ну и дальше я помню на мост. В старый Рим. Мы почти пришли. Скоро мы попадем на праздник. Думаешь, он забыл? Ой-ой. На соточку успел. Отдай мне сундук, Луиджи. Я отнесу его банкиру. Можешь войти. А нам нельзя войти? Вы должны охранять дом. Приказ Чезаре. Вон капута. Чезаре? Он здесь? Луиджи убит. Мы нашли его тело в пантеоне. Луиджи, мы только что впустили его. Проследите за людьми, которые несут деньги, найдите банкира, убейте его и скройтесь. О, как. Окей. Так, а какая дополнительная? Незаметно убейте, сидя на скамейке. А, ну это я помню, да. Не помню, правда, как делать. Девочки, пойдемте со мной. Бочком, нормально, бочком еще пройдем. Ой,
Че ржут, непонятно. Не-не-не-не-не-не-не, девочки, ну чё, кого ж вы меня покинули. Руками машет, как будто это звезды. Хотя некоторые звезды сейчас такие же. Ладно, не будем. Ну чё ты стоишь-то, иди давай. Он стоит. Либо он щелкает. Окей, давай я отойду подальше. Постою здесь. Так, давайте-ка новую группу купим. Хотя не, можно вот этих стражников, в принципе. Ну, нормально. Так, ну у нас тут праздник назревает. Не-не-не-не-не-не, девочки, не реагируй. Вы мне в полном составе пригодитесь. Привет. Не против, если я пройду с тобой? Я... Ну, то есть, не против. Я сумею защитить тебя. Это не мой сундук. Хочешь потрогать его? А что же я скажу священнику на исповеди? Чё-нибудь скажи. Так, ну у нас тут прям оргии, вакханалии и все остальное. Так, не-не-не-не-не-не-не. Ты знаешь, что делать. Так, девочки, отвлекайте этих. Чем мы можем помочь? А я новеньких понайму. Твои деньги, банкир. Я заберу это. И... можете идти. Куда же я дел свой кошелек? Добро пожаловать на вечеринку. Я Хуан Борджиа. Чезаре собирается произвести речь в сане. Идем. А девочки тем временем сундучок тырят. Хоба. И уехали деньги. Тихо. Так, девчата, я же вас вроде покупал, нет? Ну ты, блин. Извращенец. Ну тут все, собственно, такие. Из Синовала послушаем. Лучший способ отпраздновать мои победы — вместе предаться пирам и разврату. Скоро мы соберемся
чтобы отпраздновать объединение Италии. Тогда пир будет длиться 40 дней и 40 ночей. Cominciamo ora! Мы не собирались покорять Италию. Если твой талантливый генерал говорит, что это возможно, то почему бы этому не произойти? Ты рискуешь нарушить баланс сил, который мы так долго создавали. Я ценю все, что ты сделал для меня, но армией командую я, значит, решение остается за мной. Развлекайся. Так, ну как видим, Родриго у нас недоволен. Эх, жалко, сейчас такие так праздники не отмечают. Не знаю. Разве это законно? Мир, труд, май. Прикиньте, так было бы. По-моему, здорово. Так, мне надо пробраться. Упс. Так, ладно. Это было глупо. Рейзи не видела ничего подобного. Он из него так себе, верно? Подойди, подойди, подойди. О, иди ко мне на сеновал. Покутим. Так. Тут девочки зажигают на подиуме. Так, кто мне тут палит? Блин, они сюда идут. И банкир сюда идет. И стражник сюда идет. А, нормально. Развернулся, как будто так и надо. Так, девочки, постойте, похороните меня тут, пожалуй. Я на лавочке посижу, хорошо? Так, можно вообще, конечно, ассасинов позвать. Хотя нет, это ни к чему. Иди обнимемся, толстячок. Мур-мур-мур. Я столько увидел, почувствовал и попробовал в жизни. И ни о чем теперь не жалею. Тот, кто обладает властью, должен презирать наслаждение. Но я же дал людям то, чего они хотели. А теперь ты заплатишь за это. Незаслуженное удовольствие уничтожает само себя. Реквест. Вот здесь только непонятно, мы его вроде как проткнули, а у него на теле вообще никаких ран нет. В первой части хотя бы все кровью истекали. А это как будто просто помер и все. Съебейшн из my profession. Но, по-моему, на этом не все. Да. Да, тут у нас небольшое продолжение. Так, и, по-моему, здесь мне нужно как раз-таки в бордель Клаудии.
Верно. Да. Так, а как бы туда по-быстрому попасть? А, ну в принципе я этого и так уже недалеко. Опа! Полтораха. Отлично. Так, ну, эта последовательность не такая большая. Она, по-моему, с французами-то не особо длинная будет. Так. Чё тут? Где Клаудия и Мария? Мы принесли деньги домой, но они выследили нас. А сеструха-то что? Не промах. Моя сестра умеет обращаться с ножом. И я готова снова пустить его в ход. Вот слова настоящей аудиторы. Наконец-то к вам вернулся разум. Очень вовремя. Так мило. Сеструха помирились. А то все какая-то напряженка была. Сборщик пожертвований, достижения. Так, мы, наверное, снова барон де Валуа. Ну, теперь у нас разборки с французами. Но они будут тогда уже в следующей серии. А с вами был Фил Ранис. Всем пока и до новых встреч.